Алина! Фу, позорище! Самая модная из всех девочка. Настя в Женькиных. Да? Привет, дочь. Как у тебя? Кого? Как это просто вас как простит? Ну-ка перестань. Красивая девочка. Покажи телефон. Да, Настя, Дима мне подарили айфон, как у тебя. Такой же сиреневый. 14 тоже. Вот. Аккуратненько доставай. Это упало. А почему мы выглядит покрупнее и затекла? Ну ты теперь блатная. Да, да. Давай, мам. Ну, дашь постирать? Они мне сделают, и я начну на днях снимать на него. Так что, вам подождите? А, да, идем. Детей забрать надо. Ты что, в первую смену училась, Алиш? Во вторую. Ну давай детей заберем. Женя. Ну да, да. Что, у нас тут ручка? Ну ладно, я. Ты чего подаришь? Кого? Планшет. Не за 46 тысяч, не проси. Да не за 46. Как у меня мы подарите, будем одинаково в Roblox играть. Не за 46. Конечно, обидно не будет никому. А то она просит за 46 тысяч. Саша, хороший планшет. Кстати, айпады мам лагают сейчас. Да, да. Что мы Екатерину Константиновну видели? Тут они катались с Лизой и Мишей. Что, вы сначала мороженое, да? Да. А мне. Устала играть? Да. Учись давай обувать детей. Фу. Да. Они мне весь мозг уже. Модис. Алиночка, может, ты покушать хочешь? Не? А ты ела кушать? Мам, я выиграла. Что врешь? Конечно. Я выиграла. Мы купили сегодня селедку, батон чесночный и сухарики. На вкус они как русская. Все, мам. Алина, коли сережки свои потеряла, ходит серебряный. Одна-то лежит, да? Так, выбирайте, сами говорите. Доча, ну говорите. А Дарина в колледже, мы не стали ее ждать. Мы вечером за ней заедем. Она сказала, чтобы заехали за ней, забрали. Ну да, нравится. Я ей предлагала в лагерь поехать. Она не, мам, ты что, не. Ну и с другой стороны, я уже потом подумала, зрители стали писать, что... У нее адаптация, она там потеряет друзей, они там с собой скучкуются, она одна останется. Я так подумала, что это действительно так. У нас на первом курсе тоже были компания одна, вторая, третья, четвертая. На втором курсе как-то более-менее мы начали уже имена запомнили, день рождения. А вот на третьем курсе мы уже все, как одно целое. Ну, поэтому да, пускай учатся. Сейчас мы за столик сядем, поедят спокойно. Алиш, заказывай сразу себе. Поедим спокойно, отдохнем. Что? Мороженое поели, 2000 рублей. Ну, нас сильно много из-за этого. Потому что тут 10 грамм, 30 рублей почти. Ну, ладно. Что? У всех поест, да? Да, меня тоже покормила. Да. Садись, Томочка, вон там, садись, кушай. Я публичный, сверху шоколадный. Все, кушать. Я попробовала мороженое. Все равно не тот вкус, как у нас в советское время было. И мы еще кленовым сиропом поливали.
И были эти железные такие мороженицы, железные. Вкусные. Мое попробуй. Мама, мы потом ходим. Дети вырастут, потом будут вспоминать. Скажут, ой, а мы в свое время самое вкусное мороженое ели, такого сейчас нету. Потому что, мне кажется, все равно в памяти то, что было раньше, кажется намного лучше, чем сейчас. Да? Нет, сейчас лучше, потому что сейчас есть бургеры и суши. Ай, бургеры и суши твои. Вкусно? Нет. Так, кушай, кушай. Шоколад оставил, можно вот так просто. Все, доели кое-как мороженое. Пойдем в детский мир сначала. А моди? То, что вы достали. Свои моди. Моди. Так, Саша, мы тебе все купили уже же, да? Да. Осталось Томми. А мне вы сказали, что мороженое. Вот, мы тебе тут там не было, в этом, в Глори Джинс твою не было. Это папа приедет по детскому на машину. Да, да. Вот такую жилетку, Томми, я смотрела. Тут нету больших. Вот как раз твой рост. На. Ой, ой, упала. Ой, спасибо, Лешенька. А вот кофточек, не знаю, не видела я. В школу кофточку надо. Ты что, в зиме готовиться? Ну, я зиму планирую в Кроксы походить. Ну, кофтай нормально. Не надо так садиться. Ну, пойдем. Жень, ну что ты вот прям, я не знаю, как кто. Женька! Та без капюшона. Нет, та без капюшона, это с капюшоном. Иди. У Софийки тоже вот без капюшона, да? Это можно взять. Это по другой вкус возьмем, если ты такой не будешь есть. Тебя Алина зовет, пойдем. 116 еще есть. Ну-ка. Это какой? Мери, Тома. Это сама, сама мери. Ты расстегни до конца. Все, вот она, мама. Интересно, этот капюшон вот этот отстегивается? Нет, этот нет. Нифига себе. Нет, не отстегивается никак. А что? Нормально. Это красивее, чем та. Как будто как побольше Софа. Надо. Это 122. Соф. 128 есть? Соф, иди сюда. Где-то там еще. Будь здорова. Ну что, все? Здравствуйте. Она уже вытерла, мама. Ой, это София. Тебе там какая больше нравится, эта или та? Нет. Это хорошо, что капюшон есть. А там шапку отдельно на футболке мы набрали. Дома покажем, что мы купили. Сейчас, девчонки, что вам там преподаватель писала? Что писала? Так, Томке надо одни купить. А вам что, водолазки нужны для занятий, да? Какие водолазки? Нам ничего не писали. Вон, где-то я видела тут черные водолазки. Нам не надо. Ничего, ничего не писали. У нас форма же есть. Написали, можно прям чистые черные футболки не будете брать? У меня есть. Да, ну я с пламенем ходить буду. Я она красивее. Да. Ну, все время будете в одном и том же ходить, да? Да. Если от кого не отличаться. Если начнут говорить дети, смотрите.
Спросите, я так и не поняла. Она писала, что когда будет холодно, вот в таких водолазках, по-моему, можно будет ходить. Она сказала, ну, если когда будет холодно, прям холодно, то надо это одеваешь, типа, водолазку, наверх футболку эту плавить. Ну, так, а вы говорите, сейчас не надо. Сейчас не надо, а потом не надо. Мне не холодно. Мы можем потом либо куртки, либо жилетки на занятия ходить. А вот смотрите. А уже я купили. Уже купила белую. Красивее. О, красивая футболка. А на том нету? Точно. Дай-ка там. Не, они все большие. Ну, вот это вот маленькая вроде. 128. 128 самая маленькая? Да. Тома, померь. Не, большая будет, огромная, прям видно. Смотри, какая красивая. Красиво. Да, нету ничего, нету. Хотела девчонкам купить, не хотят. На танцы. Ну? Нет, зачем тебе топик? Все, идемте ваш Моди. А, это Моди, а я говорю Модис. Я вообще отсталая. Модис это другое, да? Это где одежда? Это вот одежда. А, это ты там? 100 рублей кофточка и 1000 джинсов. 800 рублей мои кроксы и 300 рублей мои носки. Коча, а почему не наоборот? Я иногда в ТикТоке смотрю, он такой, ну, джинсы там 28 тысяч, 360 тысяч сумочка. Смотри, а Алина такая, 100 рублей кофточка. А мы вчера сидели с одногруппниками. И у нас Лиза. Ну что, рассказывай. Какой у тебя лук? Да, я не знаю. Кроссовки у меня 5000. Ну и кто счастливый, она или ты? Футболка 900 рублей, носки 200. Идем. Ну так, по приколу, с ними загорали. Софи за 5000. Мама, смотри. Я просто знаю, что... Дубль 2. Это вам надо, да. Так, ну так, что вы там решили купить? Меня звали. Сейчас просто походить. Ну, и выйдут. Женя, пойдем. Ты что там? Мама, ты. Давай. Блин, дети, я сейчас выйду отсюда. Мам, смотри. Вы себе зашли или мне зашли? Ночью сразу ты такая агрессивная, Алина. Давай, я сказала, мы выйдем отсюда. Набор для вина. Берите, что хотите, по одной вещи. Не надо к маме бегать. Чтобы так складывать. Мне тоже что-нибудь надо. И опять же не надо. Кухня и так вся. Смотрите, что я нашла. Крышки силиконовые. Ну-ка, какие размеры там? Подходит под разные. У меня то крышки лишние. Что, будешь брать? Да. То... По 6 штук там в пачке. Пойдет. Как вы у меня из дома все таскаете, так... Не ври, у меня 2 контейнера стоят все с крышками. А у меня непонятно. То крышки есть, то контейнера нету, то контейнер есть, крышки нету. Короче, взяла я 2 штучки. Лампа какая интересная. Терка. Смотри, готовить как этой штукой. Салат мешать. Да. Тут посуда тоже какая. Миска кокосовая. Круто. Дом для хомяка. Действительно. А смотри, какие хорошие эти. Не надо тебе? Ты мой шопер видела?
Нет, там даже есть кармашки, чтобы вот типа такого, только двойной. Чтобы бутылочки ставить. Не, у меня супер классный. Мы хотели взять, но они дорогие, по 800 рублей. Ну ладно, мама сегодня добрая, выбирайте. Да вот я хотела именно где-то такие, но тут нет моего размера. Спроси у продавца, может найдешь. А нет, тут везде написано. А у меня 40-40 размер? 39-й. 38-39. У Сани есть красивые кроссовки, новые. Нет, и все. И говорит Женя, это ты меня заставила их купить? Кого? Кроссовки. И ходит в своих страшных старых. Алина, достань. Вот они вот такие удобные, красивые, как у Жени. Мам! Померить сначала. Чё они там? Чё, она не носит? А, это 42-43. Мне кажется, нормально будет. Да. Помери, не надо так мерить. Алин, посмотри там, какой размер чёрненький. Вот вам 42-43. Блин, у меня все большие. Ты посмотри. 42-43. И ей только в самый раз. Ага, в самый раз. Маленькие? Вот в самый раз. Дай померить. Сейчас я вытащу. Я хочу такие. 36-37. Это же одинаковые, Саша. Не, вот, мам. Они не очень удобные. Ну, валяться будут, 100%. У меня вот нет, мам, ты меня знаешь. Вот ты именно, что мы знаем. Ладно, сейчас тебе решать. Что я должна сделать? Али, поешь? Ай, все, а с вашей обувью. Заблудилась. Я все иду. Выйти не могу. Я думаю, ну все касса. А где все остальные? Вот там позади, да? Все касса там. Да? Корзиночку хочу. У меня как попало лежат мои мази. И вот мне надо их как-то положить, скрыть их, чтобы они просто так не болтались. Дети такие страшные, взяли эти. Ай, это дети, блин. Увидят, хватают все подряд. Вот эту что ли взять? Она не сильно высокая. Эти мази мои хранить. А то они у меня просто так валяются. Она такая незаметная будет там стоять. Что, вот эту штуку брать, да? Ну-ка, подожди, может вот такую взять? Подешевле? А она дороже даже. Бери эту. Можешь ее взять? Я все. Че, покажи, ты как поцела? Да, 7-8. Дурацкий же. Других там нет. Ну так, мама же где-то в другом месте постоянно, чтобы врач попала. Мам красивый? Они все время так делают. Мама красивый? О, какие. О, какие красивые. А вы за 600 рублей в Глори Джинс набрали. Мне там больше нравится. Русским, китайским. Да ладно, дочка, взяли. Мама, можно мне что-нибудь подвать? Возьми себе. Все. Это моя полочка, радуга. Там внутри радуга. Красивый? Да, дочь. Аня. Олю. Аня, а, играть будешь? Да. Все понятно. Смотри, на что я себе купила. Тебе не надо? А мне взяла? Это что? Крышки. А, нет, я думала, мешки для стирки. А, это надо фикс прайсы смотреть. Кого? Зачем? Что? Зачем? Чё, я не поняла. Она
очков хочешь? Все-таки. Думали мы, думали, никому не давали этот айфон. Женя вчера нам звонит. Ни она не слышит, ни мы не слышим. Ну, короче, решили все-таки ей айфон отдать. Досыпает? Нет. Ну, а Ленин, если захочет, то батарейку поменяем, Саше можно отдать. Ну, короче, Нашка там доделает, скинет фотографию. Она сегодня купила, да, эту карту памяти, да? За 5 тысяч стоит. На терабайт аж. Угу. Мне красненько было. А мне вот здесь. Все, мы все, что хотели, купили, кроме кофточки Томы. Ну, будет ходить в этом ветровке своей. Если в жилетке, то в это, где-то там, то в кителе. Кофточки нету. Так что, будем их этот на батуты сдавать, нет? Время же еще есть. Но время только 5 часов. Что, мы еще делаем, что надо все? Ну, давай, дайте на каток. На каток? А Софии нельзя на каток, да? Или на батуты пойдете? Давайте на батуты. Да, на батуты. Уже это может быть. Еще один. Мы сейчас посмотрим, что будет. А, меня в пути на каток с Алиной. Алина не захочет. Алина у нас такая, она ничего не хочет. Ты сломала? Пойдемте в Карри, сходим. Да, купили. Она говорит то, что на Валберес типа дешевле, а не 400, а это 200. Пойдемте в Карри, мы сейчас ходим, обувь они себе посмотрят. Ну, сидите, ага. А я? Ну, пойдем. Оставь это. Это Софийка себе выбрала? Да. А куда мы идем? Это мы не хотим. Переучилась бегать. Карри, обувь посмотреть, вон тапки вы хотели. Там вам не понравились, может тут понравятся. Ой, как шумно, а. Ага. Он красивый? Что попалось мне на самом деле? Светит, он красивый. Ну что попалошный, мне не нравится, я бы такой не выбрала. Да мам, что если не нравится, не нравится? Ну ты ж себе выбрала, ну, мы, я говорит, бы себе... Ну что за придурочный, он красивый. Ну? Ты ж не нам покупала, ты покупала себе, носи. То все это... Мне может быть, Алинкин тоже подарит айфон. Так надо, вот он у меня. Это Настя. Тома, на тебя тут нету 100%, даже не ищи. Нравится, Саш? Да. Может, 40-й тебе, Жень? Да, давай. Давай. Это такие вот, именно? Да. Да, Женечка? Ничего не сделаешь, даже 11 нет, а такой вот размер. Вот 41-й есть, Жень. Именно такие хочешь? Или какие? Если были, мам, были. А вот смотри, какие еще интересные. Мам. Такие хочешь? Да. Ой, интересно, какие-то огромные. Мы-ка поменьше что-нибудь выбери. А можно мне померить такие? Да, померь. А какой это размер? Где 38, ты? 38, 50. А где ты хочешь? Вот сердечком какие красивые. Саша, вот смотри, еще. Смотри. Мам, все, я вот такие беру. 40-й. Смотри, нормально? Ну, эти же большие 40-й. Жень. Вот, мам. Нет, они здесь год уже маленький стал. Все, я вот эти беру. Нормально. Вот такие открытые, Женя, они тебе большие. Надо тогда поменьше размер брать. Да, я сейчас подожду. Нравится? Да. Все, я вот эти. Мам, тут есть такие же, которые сейчас только что я померила.
Не помнишь, есть или нет кроссовки? Какие-то есть, но надо их померить, я не помню. Может, нормальные они. А да, одежда для них. А, тут большие. Тут купальники. Настя, у тебя мои кроксы? Смотрите. 36 размер, а не мне тютелька в тютельку. Кому? Мне. Так, а что это? Тютелька в тютельку? Я говорю, вот эти вот штучки уберу, Настя, ты что, пусть остается. Алине говорим, Алин, забирай себе, Алина. О, мне не надо. Вот такая у меня, такой размер ноги. У меня дырки, по-моему, побольше. Ну. Не толкаться будет. Они такие узенькие, у меня ножка маленькая-маленькая, вот мне они очень хорошо. У меня и томом больше. Да? Не, может, а вон, вон. Вон там. Что, Алиса? Приехала к нам и носишь только вещи. Мама, вот еще 36. Мама, я хочу. Эти косяки. Какие-то детские просто. Сашка, как у тебя? А белые, они же как и для взрослых, а это прям розовые. У тебя какой-то цвет? Все, буду в розовый какой-то ходить, что ли? София бабушкины поддержишь? Ой, спасибо, помощница. Подержи бабушкину обувь. Ну, тяжелые, не ври. Не тяжелые совсем. О, тут самый телефон. У меня телефон черный, а этот бежевый. Они, на Тому нету кофточки. Не могу. Какой счастливая Женя. Девчонки купили себе каждая по паре тапочек. Я взяла себе сланцы. 2700. 2700. Это просто, знаете, стоять на кассе и развернуться, мне просто стыдно было. Да я бы лучше в удачных ценах за 200 рублей тапочки купила. А не 2700. Мам, которые дорогие были. Ой-ой. Сейчас посмотрим в чеке, чьи цены дорогие. Тем более, они знаете, как сделали? Списывание спасибо только, если набрал на 3000. Списывание кари, если что-то там у вас есть приложение, а у нас нет, ничего нету. Раньше было по номеру телефона. Да, а мы уже пробили, и мы стоим такие, я думаю, блин, за какие-то шлепки и за двое тапок 2700, и стоять по улице, уйти, я просто, ну это... Твои не... самые дорогие, говорю уже. Ну и что, а мои сколько стоят? Тут 1300. А наши по 200 рублей. Кого? Из чего тогда 2700 сумма? Это мои 213. Сашкины. Жень, не придумывай. 213. 586, 586. 600, 600. 100, 586. 600 рублей при тапке стоит. Дайте посмотреть чек. Тапки домашние. Он самый дорогие. У тебя вообще 1000. Нафиг вообще стали покупать вот там карты. Но мы, не, мы-то что думали? Мы думали, сейчас спасибо спишем. Да, и будет ноль. О, блин, фиг они нам там все. И да, и ничего не платили практически. Рубль мы заплатили. Ты добавили, списали. Каких 200? 800 рублей добавили. Да, короче, что-то там, ну ладно, ладно. Ну, обидно, однако, обидно, что и вообще у нас. Ты ж только что полбутылки воды выпила, все, Жень. Все хотел пить. Твои 100 000. Ой, Саша, мы уже это обсудили 150 раз. Мам, там я не обсудила.
Так, мы пошли детей в этом. На батуты сдадим их. Да, да. Вот что тут написано? Я читаю, вернись. Что написано-то? Название какое? Не знаю. Вернись. Я думала, что по-английски. Бэби? Или что написано? Нет, не знаю. Мы там были, на моё день рождения, меня ещё разукрасили. Ой, я здесь даже попала в холодной форме. Да, мы сейчас детей сдадим и сядем. Сдадим. Будем, да. Сдадим сейчас детей, сдадим. У тебя есть удостоверение многодетной? Все, пока оформлялись, все уже разбежались, убежали куда-то. Вон ты где, я тебя не вижу, слышу, мама кричит. Играйте. Нет, тут посидим после пошли. Да пусть тут стоит, никуда мы никуда не пойдем, нам никуда не надо. Сейчас закатят. Мы кофе вот тут сейчас попьем. И пойдем, сенсей, Алина кофту себе хочет посмотреть. А также закажем роллы для... Чё? Отсидела ноги? И суши закажем. Дарине, она домой сегодня сказала, поедет. И это, и папке. Ты уж совсем как беременяшка ходишь. Устала, наверное, еще ехать столько. Нет еще? Ну, значит, до... Совсем беременяшки, через 2 месяца. Ну, ничего, не будем кофе пить? А, тут мы... Ну, не знаю. А, ну, пойдемте, или там попьем. Ну, пойдем. Да, пойдем, там вкусный кофе. Ну, да, кофе попьем. И это... Девчонки все хотят вот такие. Жалко, нельзя им. Ну, вот как у мальчишек, видишь, вот такие бомберы все хотят. Помнишь, были синенькие. Сначала Настя носила, потом Алина носила. Потом мы в них дрова таскали. Что, может, вернемся дрова таскать? Нет. Не хотите? Мы хотим и с папой. Кстати, да. Что я хочу этот труп закрыть, открыть. Дима приезжал, они тут... Вдвоем все кучковались такие. Да нет, на самом деле, если муж Дима серьезно настроен, он хочет ехать жить в Алтайский край. Ну, они с папой. Нет, а вы прям меня спрашивали. Он прям реально говорит, я не буду здесь никакое жилье покупать. Я говорю, у нас часто спрашивают, я говорю, ну Дима против. Он ни в какую не хочет. Я говорю, ему тут не нравится. Да. Я говорю, Дима, я учиться здесь уже просто. Ну переведешься. Все так легко. Не, ну перевестись на это не сможешь. Блин, я не хочу эти сугробы опять. Ну, а что делать, если они решат, если все решат, я же не останусь тут одна. Ну, я папке говорю, и что вы? Какое село вы там выбрали? Они уж дом там присмотрели где-то, он сказал. Они а что, папа тоже? Да. Они... Я же говорю, они вдвоем там они все что-то они сидели все каждый вечер, и каждый день рассматривали. А зачем переехали в Краснодар, если хотели на Алтай? Я его даже... Но мы попробовали, вот. Что? Я тебе говорю, классно переехать сюда, чтобы вернуться обратно. Ну да. Ну, это не значит, что мы прям завтра когда-то там соберемся. Ну, раз уж мужики начали там что-то обсуждать, ну, мы за ними. Что теперь? Я говорю, сначала ты все хотела города Кавказ. Ну да. Байкал это и есть Алтайский край. А, да? Не, Байкал это Иркутская область. Это намного дальше Красноярского края. Вы че? А там от Красноярска еще 1000 километров. Нет, а Алтай он ближе сюда. Ближе к где-то там между Новосибирском. Барнаул это Алтай. Ну. У меня девочка. Там недалеко Новосибирск. Девочка
девочка, которая мне помогает с Инстаграмом, она в Барнауле живет. Mm-hmm. О, встретимся с менеджером за чашкой кофе. Не, я знаете, как думаю, Тома закончит 4 класса только тогда. А лучше бы, чтобы девчонки 9 закончили. Это еще долго, это еще долго. Но опять же, насколько у них терпения хватит. Мы когда в Челябинске жили... Сейчас 3. Я хочу, чтобы она в первый класс уже пошла. Или уже пошла тут и все, или уже там тогда. Ну, опять же, начальная школа, это не так. Мы в Челябинске жили, Вася меня 20 лет уговаривал. 20 лет! Я, подожди, давай подождем. В итоге все равно он меня уговорил уехать, конечно. Вот через 20 лет мы с Тимоном. Через 20 лет, как Дима в отпуск приезжает, у нас еще семеро будет. Если каждый отпуск будет заканчиваться. Алина помалкивает, Антоха ее в тюхтет перетащит. Нет, Леонтьев. Леонтьев? Да? Я сказал, а на что забьемся, что Антон сюда приедет, и они втроем уже будут в Алтайский край всех тащить? Да не говори, а они говорит, споются. Я согласился, потому что ты собралась на вышку идти и права. Они тут споются и сопьются. О, да. Сначала сопьются, потом не поворачивается другой. Споются. А потом не, Алин, поступай, это кровь из носа. Ну так ей что же может перевестись наочно, какая разница? Ну. Не, я вообще против, чтоб Алина уезжала. Я прям как подумаю, ну родит она там. И где мамы рядом нету, ну как? Не, я не пущу. Если только ехать, то вместе с нами, со всеми. Ну тут уже не я решаю, конечно, Антошка решает, но все равно. Антошка с папой и с Димой заодно. Что, я кофе беру? Ага. Я пошла кофе заказывать. Показывай. Полена, Алина тебе заказала. Полена. Чуть ли не больше тебе как ты это есть будешь. А мы с Настей и с тобой. Ну-ка покажи, что там такое. Сэндвич вот такой. На поднос. А что внутри? Куриная котлета в панировке. Халапень. Офигеть. Внимание, внимание. Передается важное сообщение для каждого. По техническим причинам просим вас немедленно покинуть торговый центр. Выходите через дверь с надписями «Выход» и «Эвакуационный выход». Выйдите из здания и отойдите. А что делать-то будет? Садить мимо, мам, садить мимо. Аж мурашки по коже, так страшно вообще! Передается важное сообщение для каждого. По техническим причинам просим вас немедленно покинуть торговый центр. Выходите через дверь. Ой, у меня мурашки идут, я вообще не могу. Что случилось-то, а? А если там никакая не работает, Да.
это? Мам, маленько постоим, пойдем у охранника спросим. Ну, может, ему дали какие-то указания. Людям хорошо, ничего не заказывали, все разъезжаются, а мы как уедем? Да, если что, то понятно, что не едем, а что делать? Ну, хорошо, одежду купили, одели девчонок. Ветер такой холодный. Блин, больше испугались, я капец как испугалась, думала, ужасно. Ой, только напугали нас ужасно, как мы испугались, а это уже кто-то ужас будем какой. Будем знать, что бежать быстрее. Она теперь боится, видишь? Все, теперь не пойдет. Все, там ладно. Проверили, все. Все, да, Биби хочет. Мама, мы можем все лишь забежать. Подожди ты. А где у нас машина? Аж там же. Вот именно. Ну, мы тут вот так тихонько пройдем, ничего страшного. Давай, Алиша, сходите. Где у нас этот? Чепток? Нет, мы не пойдем. Ну, пойдем Бибику. Дальше. Пусть чек у нас будет. Хорошо, у Алины. Хорошо, что я забрала, а то я хотела оставить. Ну, мы все, как Алина, бежали, побежали. Блин. Так, мы тихонько пойдем в машину. Вон там, окей, выйдите, вон там где-то наша машина. Пошли тогда, да? Ну, Настя, а если что, вот возьми. Идите к нам, идите с нами. Ну, Тома, не ходи, оставайся с нами. Тома, не ходи. Не хочет теперь заходить, а что не испугалась? А у нас машина вон там где-то. Мы уже сколько идем вокруг. А я им сказала вот тут выходить. Они нас потеряют. Я думала, мы где, окей, подъехали. Вон сколько пожарных приехал. Спросили там у охранника. Он говорит, какая-то кнопка сработала. Всех выгнали. Тут смотри, еще не запускают людей. Да, тут не запускают, там наши там зашли. Блин, они нас потеряют просто-напросто. Огромный какой. А мы, блин, я вообще на самом деле заблудилась. Я вообще не помню, где мы остановились-то. Ну. Я тут стою и жду, они вот оказывается там уже. Мы не маленькие. Да, я уж точно привела детей в целости и в сохранности. В общем, Алина поедет на такси домой. Нас сначала хотела увезти, я говорю, доча. Езжайте она, домой. Она переволновалась, она говорит, боюсь, как бы живот не схватил. Ну, в смысле, что тонус бы не бежала же, перепугалась тоже. Поэтому поедем мы домой, уедешь на такси, все да. Хорошо. Зачем меня куда-то увозить еще в город, заезжать с пробками? Ну, я и говорю, сейчас по темноте еще. Ага. Ну ладно, доченька, говори, пока. Пока. Пока, милая. Ну давай, ага, беги. Аккуратно. Ну, все, поехали мы домой. Фу. Дома. Все, садитесь. Доченька. Время у нас 8:12. Вы представляете, а темень, как будто все 12 ночи. Я думала, уже 9:00. Время только 7. Капец. Ужас как темно. Короче, мы едем в Славинку за Галиной. Куда я ее еду? Холодно. Софийка спала. Пусть несет.
ветрище такой, прям холодина. Ура, доехали до дома. Софийка всю дорогу проспала, когда теперь уснет. Ой, все, ура, ура, дома. Сейчас папке расскажем нашу приключенную. Мы там еще потратили, наверное, минут 40. Слушайте, они прям теплые еще. Девчонки тут наперебой рассказывают, как было страшно, как они плакали. Здрасте. Здрасте. Ну идите покажите, что вы там в моде купили. Девчонки, что вы там еще покупали? Покажите хоть. Я вот этот очень такой там. Такие, не знаю, там вы что взяли. Что это? Это я вот такие силиконовые штучки на крышке. А то у меня часто все теряется. На. Можно на кружку, это на мое. Что-нибудь еще. А где вот такие вот крышки и еще вот такая вот контейнер. И да. Вот такие вот кислые конфеты я решила попробовать. Очень кислые конфеты. А это что, может, что такое? Это мармеладный. Это мармеладный. А я вот эти взрывная кола. Софья одномерно. Ты пси? А у меня взрывная кола. И все, больше ничего не покупали в моде? Нет. А за что вы 2500 отдали? А, еще что-то там мы уже съели, не помню. Покажи там что-то. Санечка, показывай, что там еще купили. Давай с Глори. Глория. Покупали бутылочку ведром. Это вот моя в школу такая бутылочка. Это моя кафеолетовая. Мази. И вот эти тоже взяли. И покраски. Это тоже на хлеб. Резиночки. Это Софийки. Да. Мазки. Это мне. Мазки яйца. Это Тони, ага. Носки. Я носки взяла всем одинаковые. Вот такие серые, а то они как начинают искать. Вот еще черные. Да, черные. Черные, белые, синие. Все цветные уберем. Тяжело так. Вот такая булочка Софийка. Угу. Вот такие тоже черные ресничка. Две упаковки. Вот такой вот пакетик. Вот еще и Глори джинс. Это вот такой вот диск, я не знаю, что. Да, да, я покажу. Я уже начала показывать. А это в этом... В детском мире себе Настя смотрела. Детский мир. Вот здесь было. А это вы видели, да, это. Свитер вот такой детский вот Настя мир. Себе купила. Еще что-то. Ага. Вот такая вот кофта. Руки иди помой сначала. Такая вот кофта. Волосатая, красивая. Жень, вы показываете там... Ты показываешь прям вот так. Так тоже же нельзя. А, вот штаны от костюмчика. Ну. Вот, для беременных. Вот, вот так. Ну, да. Это все видели зрители. Я отхожу, они еще ближе. Я отхожу, они еще ближе. Нашли все? Да. О, Дариночка, поздоровайся. Всем привет. Дарину мы вот забрали. Такие, вот такие вот леггинсы. Угу. Я взяла упаковочку беленькую для школы. И вот такой вот жилетка. Рост как раз ее. Мы еще прям много всего купили. Да. И все так удачно, так все быстренько. И вот я себе жилетку такую купила. Почти удачно. Здесь еще лапки. Не, ну сначала-то все так хорошо шло. Это Софийки в садик, футболки. По 350, по 250 рублей всего в детском мире. Ну. Такая, такая. 5 штук разных. Такая и такая. Как хватит. Потому что... Я говорю, мы вот сегодня стали собираться с Томой не одеть футболки. Все в пятнах. Так, это Томми. Ух, какая она. Вот она просто и вот такая, видите, вот так. Такая это. Это тоже Томми. Томми на танцы, на физкультуру, а то у нее одни. Туда и туда берет она. Почки Томми. Да, Томми тоже одинаковый. Если порвется один, второй на замену будет. Так, это Женя.
Спасибо. Да, это мы без них выбрали, просто купили. Вот, они так, просто, но они вот такие, видите, переливают. Блестяшки. София. Купила и не это. Забыла про нее? Угу. Започки с карием. Это мои домашние. За которые огромные деньги заплатили. Блин, вообще. Вот они, мои домашние започки. Это мамины, мамины, мамины. Отдай. Ну, нормальные. Тебе нормальные, да. Папка, мы тебе так и не рассказали, что у нас там приключилось. А сейчас мы будем тебе рассказывать. Ты офигеешь, вообще с ума сойдешь, что у нас там приключилось. Да. Как мы перепугались, это словами не описать. Да. Софа тоже напугалась, да? Ну, больше не захотела возвращаться. Настя сказала, больше в жизни ребенка одного не оставлю. Хорошо, хорошо, мы недалеко были. Ой, да, я говорила, что мы это... то Жене пока телефон отдадим. Ну, а тот заберем на неделю, надо чехол съездить. И Саше, да. Будет у них как бы один айфон, один телефон, и будет там в запасе у них. А новые телефоны уже на следующие, на 12 лет подарим, да. С айфоном и с айфоном. Да, никому не обидно, ничего, все нормально. Вот новый телефон. Да. Дарине отдавать, ну Дарине какой смысл? У нее хороший телефон, осталось чуть-чуть подождать, и нормальный айфон ей подарим. Вот сразу же вот. Все, блин, с айфонами. Так, еще раз хочу сказать всем спасибо большое, да, за то, что девчонок порадовали, деньги им прислали, спасибо. Вот. А мы с вами уже сейчас будем прощаться. Мы пойдем там поедим. Переварим все это. Да. Все всем расскажем. Вот. Всем пока. Всем пока-пока. Всем пока.